Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Дорогие зрители, если вас интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, хотите приобрести виллу, квартиру, земельный участок, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber, который указан в ролике. Итак, дорогие зрители, я нахожусь сейчас в районе Кестель. Продается квартира 1 плюс 1, которая переделана в 2 плюс 1. Я снимаю с балкона. Вид у нас на море. Этот вид у вас никогда не закроется. Огромная территория. Проект был сдан в 2011 году. Шумоизоляция хорошая. Видно, что шума нету. Большой бассейн, который я сниму в конце ролика. Всю инфраструктуру я вам покажу. Также есть крытый бассейн. Ролик не закрываем. Смотрим до конца. Вот, дорогие зрители. А это я. Здесь вроде так. Айда, здесь 350 лир. Цена квартиры. Ждите. Сейчас пока. Посмотрите до конца, потом я озвучу. Вот. Огромная у нас гостиная, совмещенная с кухней. Хозяин убрал балкон. Балкон был большой. Застеклил окна. Поставил камер наблюдения. Тут для детишек, кажется, у него нянька была. Тут приглядывал. Вот. Квадратных метров здесь где-то 50 с чем-то. Жилая. Здесь у нас кладовка. Внешние блоки кондиционеров у нас вот здесь. Квартира находится на втором этаже по меркам СНГ. А так, первый этаж. Кондиционер фирмы Vestel. Вот у нас барная стойка, островок как бы сделали. Очень хорошо. Столешница у нас гранит или мрамор? Вроде мрамор. Бытовая техника Siemens, защита против детей, здесь металл. Угу. Микроволновка, все, вот у нас фирмы Siemens. Так, продается с мебелью бытовой техникой. Голубое освещение, вид отсюда на море. Угу. Большая 1 плюс 1. Ну вот, хозяин, сейчас покажу. Это у нас первая спальня. Он, кажется, эту стенку доделал и разделил спальню на две части. Планировки тут большие. Встроенный шкаф, да, глубокий. Также отсюда вид на детскую игровую площадку, там фонтанчик. Угу. Кондиционер Vestel. Теплые полы в санузлах. В санузле, потому что тут один санузел. Так. Вот. Стиральная машинка тоже Siemens. И здесь у нас прихожая. Вот он здесь сделал комнату отдельно для детей. Вот маленькую какую-то комнатку. Ну, окошка тут нету. Вы можете потом переделать, сделать гардеробную комнату. Кто как желает. Кондиционер фирма Hightech. Дорогие, это район Кестель, он элитный. Даже первая береговая линия. Рядом есть инфраструктура для жизни. Там рестораны, Мигрос, сеть магазинов, Бимшок и тому подобное. Здесь также расстояние до речки Дим где-то 400 метров. Пляж где-то плита, где-то вырублена и песок там. Цена квартиры. Скажу в конце ролика, ждите. Так, вышел я в коридор. Вот квартирка. Двери. Приходите, стучите, двери открывают. Никого там нету все равно. Звоните мне. Лифт.
стеклянный. Вместим 6 человек. Вот. Угу. Вот постройки 2011. Здесь зона отдыха. Также у нас открытая парковка снаружи. Где здесь инфраструктура? Так, куда выходит? Фитнес. Вот. Айда 350 лир на данный момент. Наверное, будет 351 лир через месяц. Ну, где-то так. Здесь у них даже джакузи есть, которые они ремонтируют. Здесь сауна. Вот. Душевые кабинки. Из-за пандемии во многих местах уже не работает. Сами же знаете. Санузлы. Здесь выход к детской игровой площадке. Как в бассейн выйти. Наверное, снаружи. Так. Здесь открытая парковка. Ухоженный сад состоит из двух блоков. И тут у нас огромный бассейн. Цена квартиры 132 500 евро. Есть маленькая скидка. Вот такой фасад здания. Тут у нас подземный проход к морю. Да, есть подземный проход. Нужен чип, но я покажу вам вот так. Видите, подземный проход прямо. Свой пляж там. Парки в той стороне, хорошее районное тесто. Эксклюзив, подземный проход. Там беседку я вам показал, зона барбекю. Так, дорогие зрители. Цена квартиры, еще раз скажу, 132 500 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был канал «Недвижимость в Турции», а именно квартиры в Алании, Парадайс, Алания. Всем пока-пока от Агаси.